Вчера утром в Екатеринбургском парке лесоводов России приключился беспрецедентный случай в истории свердловских спасателей. Вчера ночью некая влюбленная парочка на автомобиле уединилась в парке, съехала с дороги в низину и стала заниматься черти чем. И вдруг среди ночи на их автомобиль обрушился сугроб. Да не малый, как в случае с Ипполитом в «Иронии судьбы», только сугроб был естественного происхождения. Средний умеренный гроб. Поначалу любовники пытались выехать из засады самостоятельно, но сожгли весь бензин и спалили сцепление. И в итоге по мобилу вызвали спасателей. Причем отмечается, что, как во всякой душещипательной кинодраме, деньги на сотовом счету уже иссякали, и помощь вызвали буквально на последние центы. В итоге приехали сотрудники областной поисково-спасательной службы и, как положено по определению, сугроб с машиной поискали и спасли. То есть выдернули автомобиль со сладкой парочкой из засады. Ну, что тут сказать, повезло ребятам. Думается, если для спасателей, видавших всякое, этот случай был первым в их практике, то ясное дело, что для любовников это тоже была премьера. Красивая получилась ночь, романтическая, только непонятно, откуда взялся такой большой сугроб.